Для поддержки кожевенных предприятий в Казахстане намерены ввести запрет на вывоз необработанных шкур КРС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию. Отмечается, что при достаточном обеспечении отечественным сырьем у предприятий по производству одежды, обуви и галантерейных изделий появится возможность стать более конкурентоспособными с импортной продукцией. Напомню, запрет на экспорт необработанных шкур в республике уже вводился с ноября 2016 по апрель 2017 года. По данным ведомства, тогда началось восстановление деятельности кожевенных предприятий, была увеличена загрузка производственных мощностей и повысилась эффективность отечественного производства этой отрасли. Отметим, в этом году Казахстан отправил за границу 316 тонн выделанной кожи почти на миллион долларов. Среди основных потребителей казахстанской кожи это Россия, Турция, Италия, Индия, Китай, Испания и Португалия.